Лера, будь моей женой. Я всегда буду рядом с тобой. Клянусь. Герман. Это мне? Да. Тебе нравится? Очень. Получается, я первый на ней покатался. У нас обязательно тест-драйв. Палка, палка! Дурак! Да притворяется по-любому. У нее из памяти выпал период примерно в год. Лерочка. Какая вам Лерочка? Где Максим? Я не понял, а почему она хочет видеть этого из автосалона? Ну, потому что это ее бывший. Возможно, он поможет ей вспомнить что-то. Будете жить в моей квартире вместе со мной. Получается, бывший в помощь? Он конченый. А что значит конченый? Давай! Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Друг, точнее, одноклассник. Старый лучший друг. Можно он с нами недолго поживет? Прикинь, его Герман зовут. Давайте дальше. Про Максим. Гулянки с друзьями. Шашлыки на балконе. Он делал какого-то Шакира. Но я же знаю, что ты... Жизнь мне дала второй шанс, и я его использовал. Что за цирк? Черствый и зашоренный. У мужчины тоже должно быть свои чувства. Максим! Ты нарушил договор. Да в жопу договор! Лера останется с тем, кого выберет. Что, серьезно? Надо помочь Герману жениться на Лере. Помогайте быстрее, потому что Герман сейчас женится на асфальте. Это пулевое. Здесь мачете. Стрела индейская в грудь воткнулась. А у меня ведь тоже. Подержи-ка. Вот такая вот андатра. Вот такие зубы. Смотри, как у Саддама. Давайте вы это... В следующий раз покажете.